и ведущий вас как... И о погоде. Скажи, что тебе получается лучше всего? Ты сейчас в образе, у меня копыта, яты и зубы в комплекте. Лучше всего тебе получается быть циничным и откровенным. Какого хрена ты его убила? 3, 2, 1, эфир. Там в паре километров отсюда наехали на человека, а у меня мобильный сел. А зарядки от айфона нет? А? Я всего лишь зеркало. Я отражаю вас, мои дорогие радиослушатели. Ты знаешь, что в городе объявился маньяк? Дорогая, это к тебе. Зачем вы меня учите? Потому что не повезло тебе. Мне нравится вам программа. Выключите радио к чертовой матери. Что ты там сидишь как приклеенный? Выходи. Ну, козел, ну что, трубку что ли нельзя взять? Я не понимаю, сколько можно? Не, я его очень люблю, правда. Следующий. Не нравится мне его взгляд. Кажется, мы его теряем. Как ты думаешь, он жив? А если я буду думать, что он жив, ему станет легче? Он упокоился с миром. В смысле? Хотя, конечно, когда тебя пристреливают, это не совсем упокоение с миром. Чего? Это шутка, да? Нет, это несчастный случай. Музыку, пожалуйста. Я тебе труп буду помогать переносить, а? Фразы типа «Тебе не место на радио» или «Жизнь кратка, урод». Как ты уже поднадоели? Весело, да? Берегите себя. Из какой кунсткамеры вы сбежали? Мы не из кунсткамеры. Мы из милиционерской, понял?